перегружают там, или из города вывозят, или через город вывозят из порта. Давайте посмотрим, кому принадлежит этот порт и как он работает, в каком режиме. Еще раз скажи, пожалуйста, это где ты находишься, это какое место? Это возле Приморского края. Ну, как Приморского края. Да-да, а порт-то какой? Извините. Порт, какой порт? История, которая потрясла всю страну. Он монахом живет или у него там тоже есть дети? Ну, конечно, дело вкуса. Заткнулись! Саша! Ушко оторвал и не постеснялся бы. Сломанной судьбы не починить. Мы не видим и не чувствуем, как нас любят. Разбитого счастья не склеить. Что я могу сделать? Ребенок этот не его. Вам попирательный. Растраченного времени не вернуть. Это такая боль. Мы все пытаемся не прикасаться к этому. Очень много было неприятных ситуаций, которые оставили такие травмы на мне, которые я сама должна пережить. Но несмотря ни на что, жизнь продолжается. Я хочу оставить его без внимания. И мы здесь для того, чтобы Даша напрямую смогла обратиться к главе государства. Даша, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Старикова Дарья, мне 24 года. Мне поставили диагноз рак 4-й стадии. В связи с тем, что изначально мне ставили диагноз межпозвоночный остеохондроз, мое время в лечении было упущено. В связи с тем, что лечили мне спину, уколы, массажи, вот это все привело к тому, что я оказалась в больнице с кровотечением. В больнице мне уже поставили диагноз. Владимир Владимирович, у нас не хватает узких специалистов,